41-летний мазырянин пожаловался в милицию, что его избили, а по результатам проведенной правоохранителями проверки сам стал подозреваемым по уголовному делу. Выяснилось, нетрезвый мужчина отдыхал в одном из баров, скучая в одиночестве, цеплялся к посетителям. Знакомился с девушками, парней просил выпить за компанию. Гостям увеселительного заведения навязчивый посетитель порядком надоел, и они обратились в администрацию. Утихомирить его попытался директор бара. В ответ получил удары по голове. Причем пострадавший директор не обращался в милицию, обратился сам хулиган, который из алкогольного опьянения слабо помнил события той ночи. Житель города Мозыря, 1977 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одном из развлекательных заведений города Мозыря, мешал отдыху лиц, находящихся в заведении. После того, как директор данного заведения сделал ему замечание о прекращении противоправных действий, указанный гражданин беспричинно из хулиганских побуждений нанес по голове директора заведения не менее 2 ударов, чем причинил ему физическую боль и побои. По данному факту Мозырским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Мужчина уже был ранее судим, опять же, за хулиганство. В этот раз ему грозит до 3 лет лишения свободы.